Бета-версия нового браузера от Microsoft теперь официально доступна для скачивания. Первое нововведение, с которым сталкивается пользователь, затронуло интерфейс приложения. Здесь он лаконичен. Исследования, проведенные компанией, показали, люди хотят, чтобы браузер оставлял как можно больше места на экране непосредственно страницам сайтов. Ради того, чтобы дать этим приложениям, этим веб-страницам больше места, все служебные пункты меню, все служебные кнопочки спрятаны внутрь маленькой плашки наверху. Но не только упрощенным дизайном намерен завоевывать рынок новый браузер. Главное преимущество девятки – это ускоренная работа. Новые технологии позволили для воспроизведения веб-графики использовать не процессор компьютера, а его графический ускоритель. Новинка задействует все свободные ресурсы компьютера. Девятый Internet Explorer умеет обращаться к ресурсам компьютера пользователя, процессору, графическому процессору, для того, чтобы ускорить процесс компиляции страницы. Да? То есть любая современная веб-страница – это как программа. Ее браузер должен успеть подхватить, скомпилировать и выдать человеку как конечное приложение. Рассказывая о продукте, сотрудники Microsoft с помощью тестов показали скорость работы приложения. Это тест на психоделичный браузер, который делает очень простую вещь. Он берет, рисует круг, заполняет его всем градиентом цвета, всеми цветами радуги, и измеряет количество переворотов, которые браузер способен сделать с этим цветом. Скорость интернет-эксплорера перед вами. Вот эта скорость, при которой браузер может вращать весь спектр цветов, которые окружают нас в интернете. Сейчас мы увидим количество переворотов. Правда, попробовать новинку в деле смогут только обладатели последних операционных систем от Microsoft – семерки и висты. Поддержка XP не предусмотрена. Основные преимущества девятки связаны именно с вот этой возможностью акселерации работы за счет доступа к ресурсам компьютера. Эти протоколы доступны только в последних версиях операционных систем. XP продукт хоть и хороший, но очень старый, да, и в нем просто технически такой возможности нет. Не обошли стороной и вопрос безопасности. Download Manager здесь интегрирован с фильтром Smart Screen. Это позволяет предупреждать пользователей о наличии угроз на той или иной странице. У каждого человека есть возможность сейчас продукт скачать, просто посмотреть для себя, протестировать и сформировать свое мнение. Скачать и оценить программу можно на специальном сайте beautyovweb.com.